Привет всем, с вами Эйрин, и сегодня я покажу вам основные упражнения моего клуба для общупывания манежа, место, где проводятся соревнования по выездке. Эти упражнения мы делаем для того, чтобы улучшить наше чувство места, научиться правильно поворачивать или просто размяться после длительного перерыва. Приступим к тренировке, и помните, практика делает нас лучше. Первое упражнение – манеж. Это просто обход манежа вдоль стенок, шаг за шагом, стараясь держать ровную линию и делать четкие повороты. Второе упражнение – овал. Движения становятся более плавными и грациозными, почти то же самое, что и манеж, но срезая уголки, стараясь описать четкий овал. Третье упражнение – квадрат, точнее это прямоугольники. Проходя манеж, делаем переход на другую сторону по линии посередине, от Б к Е и от Е к Б. Повороты точные, стремимся к симметрии. Четвертое упражнение – серпантин или же серединки. Прохождение по манежу через все срединные линии. Повороты делаем мягкие, полувольтовые. Главный упор на прохождение ровно по линии. Возврат на место можно делать через манежный галоп. Пятое упражнение – уголки, пароход по манежу по двум длинным диагоналям КМ и FH. Стараемся выйти на ровную линию через центр манежа X, не корректируя движение. Шестое упражнение – зигзаги, аналогично уголкам, но проход по манежу по коротким диагоналям от угловых букв к срединным и от срединных к угловым. Седьмое упражнение – вольты на месте. Проход по манежу с вольтами на каждой букве, кроме угловых. Вольт начинается, как только ваш конь корпусом как бы касается буквы. По завершении стараемся выйти на прямую линию. Таким образом, мы рассмотрели целых 7 упражнений, которые, как я надеюсь, помогли вам лучше почувствовать манеж. Если вы хотите больше подобных уроков, пожалуйста, ставьте лайки под этим видео, оставляйте комментарии с вашими пожеланиями и подписывайтесь на мой канал. Ваша поддержка очень важна для меня, и я буду рада делиться с вами полезной информацией. Спасибо, что были со мной, и до связи!